Re! Viss ēters ir te! Строительство большой эстрады Межапарка идет полным ходом и даже с опережением графика на полтора месяца. Работают даже по ночам, поэтому проведению школьного праздника песни и танцы ничто не угрожает, говорят в самоуправлении. На объекте побывала Евгения Копылова. Большая эстрада Межапарка будет готова в срок 18 июня 2020 года, обещают Рижская дума и строительные подрядчики. Это необходимо, чтобы в следующем году мог пройти школьный праздник песни и танцы. Сейчас строители опередили сроки уже на полтора месяца. Работа идет в три смены, в том числе и по ночам. За сутки на объекте работает более сотни рабочих. Сейчас происходит установка железобетонных конструкций. Занимаемся также инженерными сетями. Самое главное, начато производство металлических конструкций. Оно происходит в Венгрии. Специфические конструкции такого размера – это редкость. Даже маршрут для их доставки нужно планировать особый. Груз придет сюда на фурах в мае. Но вот я призываю рижан, гостей города, посмотреть, как это все будет монтироваться где-то в районе Лига. Будут привозиться большие конструкции, 23 метра длиной, и будет начинаться этот монтаж. Это на самом деле будут такие уникальные кадры. Такого не было нигде в Балтии. Масштабная реконструкция эстрады была запланирована в два этапа. Первый этап – расширение и реконструкция зрительской зоны – был завершен до праздника песни и танца в прошлом году. Второй этап – эстрада. Старую сцену, которая прослужила 63 года, начали сносить в октябре прошлого года. Это была первая постоянная сцена для праздника песни и танца. До ее появления каждый год строилась уникальная площадка. Новая обойдется в 40 миллионов евро. Однако это не все траты. Реконструкция сцены продолжится после праздника песни и танца до 2023 года. Необходимо будет достроить хозяйственные помещения и благоустроить территорию. Проект будет особенный тем, что здесь будут лучшие акустические решения, лучше, чем в Литве и Эстонии. Технологии идут вперед, и здесь действительно проделана большая работа вместе с профессионалами из Германии, которые занимаются акустикой. Так что мы получим эстраду, у которой будут три важные вещи – лучшая доступность, безопасность и отличный звук. Конструкция сложная в ее геометрии, потому что каждый расширитель будет ориентирован. Он должен быть очень точно, если будет неправильно. Они расставлены, тогда мы потеряем очень много энергии. После реконструкции сцена будет выглядеть так и вместит 13 тысяч хористов. Общие расходы на полную реконструкцию всего комплекса эстрады – около 100 миллионов евро. Евгения Копылова, Рихард Смелтерс, Латвийское телевидение.